Товарищ спрашивает, отмени себя перед товарищем. Это значит, что есть вера в Творца? Да, в том числе, конечно. Через то, что ты веришь, что ты можешь отменить себя перед товарищами, ты отменяешь себя перед ними. То есть это уже указывает на то, что у тебя есть вера в Творца. Да. И поэтому через отмену перед товарищами мы приходим к приближению, можно сказать, и к отмене перед Творцом. Потому что Творца в принципе не существует, а мы, объединяясь, мы создаем это понятие. Как сказано, вы создали меня, вы сделали меня. Мы выстраиваем, создаем это понятие, которое называется «Боре, приди и увидь». Если вы объединяетесь, вы достигаете объединения, и оно называется Творец. То, что мы его создаем, и мы работаем с ним или против него. То есть объединенная группа и превращается в своей полноте и цельности в Творца. Она как... как антенна. Она получает воздействие с более высокой ступени. И мы не можем его почувствовать. Но десятка, когда она соединена, она воспринимает эту особую силу, которая находится над ней, и она непостижима. И мы получаем, постигаем ее в десятке. То есть десятка как радар, как эта тарелка, которая получает это высшее над нами свойство, без которого, без группы, без которой мы не можем прийти к раскрытию Творца. Только за счет того, что мы объединяемся определенным образом друг с другом, мы создаем, мы направляем, выстраиваем наше совместное желание, эту самую тарелку. Направляем ее так, что можем выхватить из наших совместных желаний, что же называется Боре, приди и увидь, Творец. Но он сам находится выше этого, его самого мы не раскрываем, его не можем раскрыть. И лишь только через то, что объединяемся друг с другом и направляем себя на него. Так же, как в радаре, так же, как этой самой тарелкой мы ловим волны, мы можем поймать лишь то, что попадает в эту тарелку. Но это не значит, что что-то, что происходит там, где идет трансляция, откуда идет трансляция. Поэтому нет ничего важнее, чем объединение между нами, и через объединение между нами приходим к объединению с Творцом.